Давай, я разгоняюсь. Как мы с тобой столкнулись? Кто меня въехал? Лол, как я это сделал? Братан, а ты хочешь получить iPhone 6s? Если да, тогда переходи скорее по ссылке в описании и подписывайся на канал Аяза. На канале разыгрываются крутые призы. Электрогитары, полеты на вертолете, в том числе iPhone 6s и даже автомобиль, ёпта. Он поставил себе 100 нереальных целей и будет выполнять их, представляете? Заходи, чтобы увидеть, справится он или нет. А еще он очень смешно шутит. Да-да-да. Так что подписывайся на канал, ссылка в описании. Я подписался. Чух-чух, уважаемые зрители, с вами Гыр-Гыр, так, с Филиппины Варпачи, сегодня мы играем в GTA 5 гонки. Это Бубу, всем доброго негра. Всем привет, друзья. Всем привет, друзья, да. Олег Росомойц, 4 розовых машины, вы как поняли, ребят, гонки у нас... Что это такое? Между друг другом. Что это ты выбрал, что за гонка? Капец. Как всегда, просто как всегда, я почему-то врезался в кого-то и куда-то упал. А, господи, я тупанул жестко и приходится мне заново все F нажимать. Да ё-моё, не могу пролететь. Черт, это что за рампуля, Бубу? Кстати, впереди вас там ожидает, ребята, очень интересные. А что, что за хрень, подождите, вот... Друзья, не пишите надо было хэштег. Мне на а нет! Кто меня въехал? Нет, хэштег Олег Робов. А о, что, я сейчас попаду! Лол! Лол! Как я это сделал? Ух ты, куда? Это капец! Что, я прошел эту драную рампу. Что? Ребят, вот просто как бы вот рампа, я уже там впереди еду, там сделал. Да мне сука. Надо. Ну что молчишь, Олег? А мы так шутим, мы пытаемся. Ой, да сука! А что я скажу? Я что, буду перебивать вас буду, нет? Я в что-то врезался. Да. О, нифига. HD прон скачать. Задонатил. Нельзя заехать нигде сразу. Так, что там розовая машина меня? Филиппина погнала, я подумал, бляха-муха. Все, я буду просто молчать, чтобы выиграть гонки, чтобы потом мне не писали, что не умею. Бава-боль. Сила. Да, давайте. Нет, на самом деле, как бы Зенторна розового цвета, она должна затащить, она должна помочь. Так она у всех розового. Это знаешь, ты как совет Малахова просто сейчас знал. Приложите просто розовую Зенторну к себе на ухо, и как бы вы будете первый. Но да, только факт в том, что мы тут факт, четверо. Только факт в том, что... Да ладно, нас четверо на золото-розовый из Ренторна. Что за фигня, ребят? Вроде самый легкий элемент гонки не получается. Элемент. Кофе Вайт покончил с собой, написано. Ну, просто суицидник. У меня машину кидает. Так. Суицидник? Вот так вот. Суицидник. Опа! Там летит этот Олег. Вот этот почему Олег, я раньше Олег. Так не мог сделать, я не понимаю. Вот, ребят, что-то именно этот Олег. Знаете, есть множество Олегов, как бы в параллельных вселенных, но именно этот Олег прилетает сейчас здесь. Да. Слушай, а мы почти догнали Олега. Я очень скипит, прям очень ощущаю. Вот здесь элементы какие-то похожи уже, как будто мы это проходили, знаешь. Да, есть, кстати, такое. Мне кажется, ли вот этот элемент в порту, он во многих гонках. Олег не долетел! Олег не долетел! Прям перед тобой! Йоу! Сейчас нас... А, финиш! Есть, я первый! Чекпоинт не взялся, ребята! У меня не взялся тоже чекпоинт, сука! Первое место! Я первый. Итак, друзья, вторая гонка. Окей, понеслась, друзья. Дикая карта, будешь счастливой! Слушай, сейчас нас ожидает, ну, нечто такое неожиданное, потому что, как бы, нечто не... О май гад! Вот так можно сказать, да? О, что?! Лоу! Куда ехать? Вот, она опять меня перевернула! Да блин! Кирилл! Бочком! Странная машина! Да! Отлично! Ой, подожди! Царь просто... Уа, да что тут? Мастер неваляшка! Дикая дичь! Ой! Как мы с тобой столкнулись? Что происходит? Что это за спуск какой-то?
Да ладно, я в ларёчек врезался, сука! Я упал! Ой, ё-моё! Нашли, чё пошёл? Реклама, реклама! Переезд так? Ох, переезд! Переезд железнодорожный. Я прям подлетел очень жестко. Нет, 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 нет. Нифига. Ты мастер кулилингуса. Ты не говори, это ты там занимаешься своими подробностями такими. Да ё-моё. Просто влеробился там, ну понятно. Да как, сука, да почему я падаю-то? Ну что, аливердерчи, гайс, I'm firstable. Да пипец! Тут вообще ничего не решает, отвечаю. Вообще, слушай. Да, карта дебильная. Тут физика решает просто как. Тут реально согласен. Скорее всего, здесь решает химия, которую курил создатель карты. Да. Химия, курил? Что? А что это такое? Дай посмотреть. Ой, финиш как бы, вот он уже совсем близко. Вообще финиш не вижу, ребята. Вообще, я вообще в самом начале тут. Так, оп! Ой, ты, Кирюх, далеко до тебя. Вообще? Так я тот чекпоинт взять не могу, какой-то дурацкий. Во, сейчас точно возьму. Да вы царь, сэр, просто царь. Ааа! Отлично. Ааа! Давай, бочком, бочком, бочком. У меня 9 секунд, 9 секунд. Хотя бы чекпоинт надо взять, хотя бы чекпоинт. Хотя бы на дорогу выпасть. Да, хотя бы на дорогу. Ооо, бом! Отлично! Вообще, что? Какая сальтуха! Просто сальтина. Непонятные машины были, которые... На чем я еду вообще? Вот это неожиданный поворот. О, это кто это на Мерсе-то? Я. Ёб твою мать, ты сейчас просто... А я на стоковой машине, да, давай. Ты сейчас просто надерёшься. Так они отжовы не выбрали, ёб. Так ты же не говорил, какие можно выбрать. Так любые можно, чё? Любые, пока я выбирал, смотрел, что тут есть, у меня машина сама выбралась. Я даже догнать не могу вас, у меня машина даже не поворачивает. Так, хотя на стоковой банке... Да мог, мог! Жёсткое просто дерби. Читер, читер. Читер. Ууу, как стоячего. Так. Пацаны, не наебёшь, не проживёшь. Да. Это, кстати, тоже верно. Эй, 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 эй. Эй, эй, эй. Не трогай мой воздушный карман, ёпта. Вы издеваетесь, Олег, что ты запустил? Что это? Ну, гонки. Хватит изображать себя эмоционального. Человека. Ой, ё-моё. Блин, вот единственное, что мне не нравится в этом мерзе, то что он очень заносчивый. Он очень тяжелый, да. Да, да, да. Просто Unreal, мне кажется, тебе. Это да, согласен. После Зенторна очень тяжело управлять такими машинами. Ой. Поэтому я и Джестер взял, он был более близкий по характеристикам. Ну, по тебе заметно, ты на первом месте херачишь. Лёша, кстати, вот как бы напевает, знаешь, под тему того, что он последний, понимаешь, пиздец. Ничего уже не знаю. Да капец! Что ты такой злой? Вот на поворотах реально очень сложно здесь. Я вообще просто улетел, прикинь, просто куда-то в бок. На Мерсе, ребят, повороты вообще просто очень хард. Оу, блин! Не, настолько вам банши, на банши, ты молодой. Это как это? Да, Максим, спасибо, что... Простите! Ты просто себя сшибаешь. Честно ли это? По-пацански ли это? Стойте, Максим! Вообще просто ты улетел просто куда-то вперед. У меня машина так быстро не разгоняется. Трамплин, трамплин, пацаны, Голливуд! Скажу вам сразу, что здесь поставил три круга, чтобы у всех были шансы. Что? Жировые шансы? Жирок, спасибо за жирок, блин. Вообще жирок, я хочу. Жирок, за сырок. Жир, вообще жир четвертый из четырех. Но неплохо. В смысле, это как вообще разделять жир на какие-то категории? Это очень ну, интересно. Ну вот так тут можно же, ничего. Как? Ну объясни, Олег, скажи, какую пожалуйста. Категорию распространяешь-то ты? Да-да-да, какой ты жировик? Есть fast, very fast и там что-нибудь не знаю. Normal, hard, easy, вот, вот так вот. Я вот дрищи еду как бы не жир вообще. Не жир, не густо, не густо. Сука, не густо вообще. Вообще не густо. Я же Кируху не могу догнать. Я вообще ничего догнать не могу. Максим там с Олегом вообще улетели просто вперед. Давайте там бордоваться начнете, а? Да, бейте друг друга там. Ну, Макс, не надо, ну ты сейчас. Давай, давай, ну, давай, подожди, стой, давай поедем на равнину. Нет, бортовал, интересно нас всех разбортовал. Сравнить с тобой скорость разгона. Скорость разгона, она у тебя будет быстрее, потому что у тебя спортивная тачка. У меня как бы тоже... Но почему я тебя тогда не могу догнать? Потому что, не знаю, у меня по скорости... Ну, хотя ты догнал, слышишь, ты что вообще? Ты-ка давай это, поверни. Давай, хватит, что там родило, да? Так. Я вот уже вижу, что меня этот Лёха догоняет. Прям вообще, прям уже мне в задницу дышит. Ну-ка, 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 ну-ка.
Оп. Воздушный пакет, Багирюшка твой. Ой, да. Ой, здорово, здорово. Вот, вот, так... вот они моменты просто, лаки, лаки. Вот, вот, все, что? Да. Это жестко просто было, сорян, братан. Так, Леха уже вот тут, вот рядышком. Кипятрил, кипятрил. Так, 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 я схватил пакетик. Зачем я его вошел в бок? Ну такой про... Такой проигрыш по разгону, дикий просто у меня из-за стоковой тачки. Я зато сравнял вам шансы, Леха, я тебе просто сделал помощь, теперь ты можешь обогнать даже Олега. Помощь, то, что я даже до сих пор держу стакатах от себя, так и держу дальше, независимо от того, что я приближался к нему вплотную. Олег вообще улетел куда-то вперед, хотя я газ вообще не отпускал. Все, мои шансы в этой гонке минимальны. О, Олег, Олег повернул маленько, отлично, это шанс. Это шанс. Мне кажется, что меня сейчас вообще все подрежут, и я в итоге вообще последний. Вот, смотри, мы с тобой вровень едем, ты меня обгоняешь, видишь? Потому что надо было как-то, ну, догрелись. Надо было как-то, ты сказал, или что? Нет, Мерс очень заносчивый, я просто боюсь реально на каждом. Сука, пакет мешает дико! Олег, ты заметил, как я вот тебя немного задел, но ты улетел просто как тварь. Ну так, конечно, ты видел, сколько моя машина весит? О, я Кирюху снова стал видеть. По-моему, ты very hard жировик. Мы выяснили уже. Отлично. Я зашел как-то в поворот. Реально сложно. Я тебя уже не догоню, Макс. Да. А это, ну это очень сложно, реально. Кирюха, пакет дай, пожалуйста. Конечно. Блевануть. Я вот представляю ситуацию, вы стоите в каком-то магазине пятерочки и чисто... Кирюха, дай пакет, а то как бы зачем 3 рубля тратить? Да, да, да. И потом, знаешь, потом еще Леха достает деньги из пакета из-под молока, знаешь. Нет, просто... Монетки, монетки, знаешь, такие рубли. Мне, извините, катаюсь на какой-то боссанной машине, не нужно никому боссанной, драной, вонючей черной машине стоковой. Зато у тебя, Леха, есть кошелек в виде пакета. Вот это верно, да. Но я приезжаю, тогда второй ушла. Ну что ж поделаешь? Что ж поделать? Я третий. Но говно. Леша бомбит хэштег. Что вы меня обманываете уже вторую гонку подряд? У нас вообще какая-то неожиданная... Ну вот посмотрите, что это вообще за гонка? На самом деле, сейчас мы вместе с вами, получается, еще и узнаем, кто самый крутой внедорожник. Вездеход, бля, луноход, здрасте, луна один, погнали. Олег такой желтенький, сразу тараны начались, сразу. Это что это такое? Это что такое? Лол. Что за дичь? Что за дичь? Зачем? Зачем? Давай, давай, давай. Я завис, пацаны, я про... Посмотри. Инвалиды, сука, я не могу. Олег, у меня... Блядчик, у меня один двиг. Я не причём, Лёха, не пизди. Да я не причём. Сука, я не могу, я не двигаюсь вообще. Вот сзади сейчас Максим влетает в нас. Пацаны, я на днище сел. Это Unreal просто карта. Что это вообще такое? Это, знаете, походит на Gravity. Лол. Игрушку на мобиле. Капец, да, 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 я понял тебя. Давай, толкай, толкай, толкай. А, Лёха, ну ты... Ну, блядь, стал тут нахуй. Толкай меня. Толкай меня полностью. Давай, толкай. Толкай, чтобы я... Не-не-не, блядь. Давай, я разгоняюсь. Олег, лови! Давай, давай, давай! Давай следующий, кто у меня? Максим, въезжай! Давай, со всего маха! Я застрял! Я сам тут упаду сейчас! Ой, ё-моё, понятно! Я следующий! Сейчас было реально сложно! Так, ладно! Ай, ай, блядь! Да блядь! Сука, дичь! Толкайте меня, давай, давай, давай! Табачок, табачок, шашлычок, мудачок. Блять, это... Это кто, кто первый? Давай! Олег проходит. Да блин! Ну, Олег ждал просто, пока его все толкнут у чекпоинта. Конечно, это была умная тактика. Жира, 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 жива, жива. Это не гонки, это не спортивное поведение. Веселое, фейк, угарное поведение. Ааа, блин, теперь я застрял, лол. О, Макс, кого я тебе сейчас все бревна скачу вниз? Типа, сука, за них. Максим там прыгает. Бревна-то, сука. Отлично. Леха, въезжай в меня.
тут? А ну вы даете, парни, это же еще ор-ор-ор. Это вообще... Так, ребят, тут еще два круга, то есть как бы... Ну... Что? Да. Спасибо, хэштег Олегу. Не за что, ребята, вы... Разгони, пожалуйста, Кирюха. Ну, давай, 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 давай. Пацаны, давайте, счастливо там, я поеду. Ой, 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 подожди, я тебе на багажник заехал. Вот как бы... Давай, толкай, 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 аккуратно. Чё за? У меня мотоциклист подрезает, ты чё, охренел, пацан? Давай. А ещё, ещё, ещё. Разгон. Ты не упади только. Жёсткая карта. Держусь, держусь, Кирюха, командная игра. Давай, давай. Так, подожди, мне главное тебе... На это... Ай-яй-яй, подожди. Лол. Подожди, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, сейчас я с разгона тебя ёкну. Я не могу больше держаться. Держи, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Подожди, подожди. У нас тут командная игра. Так. О! Что? Олег! Пидорас! Что ты сделал? Я висю, как обезьяна, сука. Жопа! Ты тут что сделаешь вообще? Откуда ты взялся? Пацаны, я сзади еще подъезжаю, здорово. Подожди, разгоняйся только. Сцепляется, соединяется. Так. Бля, хамуха, что за дичь? Ну что это за дичь? Это такая бешеная херня. Так. Главное контроль машины, контроль тачки, контроль. Отлично, я проехал. Главное зареспавниться. Так. Давай, едь, едь, едь. Ну у нас тут очередь типа, да, ребят? У-у-у! Есть, блин! Отлично, отлично. Я дальше уже почти проехал. Блин, подтолкни, Лёха, пожалуйста. О-о-о-о-о, я проехал! Лол! Давай, давай, зайди. Мастер! Сука, я не могу эту дичь пройти, ну что такое? Ёптель-моптель! Ух ты, чпуль, чпуль, да ну! О, вот сюда, вот так. Давай, отлично! Вообще супер. Так, это я просто делал. Максим, ты проходишь, что ли, там? Я пытаюсь просто курильку швырнуть. О, Олег, ты прошел уже второй круг? Да, да. Нифига ты быстрый. Вот это жестко я сейчас сделал. Ай-яй-яй-яй-яй, деревья, деревья! А! Сука! Вверх! С ничего, знаете, ай-яй-яй, блядь, да-да, в лесу, в лесу. Какой тактикой? Аккуратно, это не получается. Смотри, просто получается. Да-да-да, я также прошел. Я вниз-то смотрю, ну-ка подальше отодвинусь. Я встрял как просто вообще по полной. Так. Надо финишировать, что серьезно? Оп, я первый круг только допроезжаю. Блядь. Так, вот. Деревья, сука! Ты едешь! Ой, блядь! Ну перед чекпоинтом, ну спасибо! Давай, 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 давай! Давай, давай, полный прибыль! Спасибо нахрен! Спасибо, блядь, судьба! Спасибо, бляха, мама! Толкните, толкните, пацаны, хотя бы, а! Сейчас толкнем, братан! Это финиш, это первое место! Ой-ой-ой-ой-ой! Так, так, так. У нас сегодня, знаете, получается так, что каждый в чем-то хорош и... В чем? Бортовать, да. Зависать и орать. Больше мы ничего сегодня не выяснили. Проехал? Спасибо, господи, а. Ай, блин, а мне придется респауниться, ладно. Блин, Леха, ну как так просто? Ты вроде ровно ехал, просто... Я не понимаю, что вообще... Она здесь кривая идет, лево, право, она так это... С одной стороны больше, с другой меньше. Да, да, тут надо вообще прям, ну... Да, да, да. Максимум аккуратности. Давай, Леха, давай. Тут еще скорость нужна? Ну чуть-чуть. Ну там лучше газку поддай, да, чтобы пролететь это все. Так, я проехал. Вы понимаете, удача сегодня явно на моей стороне, сколько надо. Оно просто само по себе ушло, захотело и все. Ой, я сел. Давай, ты можешь так проехал вообще, what the fuck? Ага. У Максима, то есть, вот такими способами вам можно ехать прямо со скоростью 50 км в час. Я на месте, на пузе. Так вот, Максим, ты на пузе. Телепузик, нахуй. Оп. Блядь, давай. Кто-нибудь по диагонали застревал? Вот я смог. Вот я застрял, как? Вот я смог просто. Как я застрял сейчас? Надо ачивку выдать просто, награду. Смотри, вот я дрифтую, смотри как. Так давай. Во, отлично. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давай, о, сцепление. Отлично. Это как
повезло нереально сейчас, не знаю как. Ой, сегодня что-то удача, смотрю, немножко подшалила. Кстати, это конец гонки, 9. Да, Леха, тебе в дерево стопудовый надо было ехать. Дерево, дерево удачи. Я не финишировал. Удачи. А, нет, дали утопиться. Не дали утопиться. Не, дали, дали. Дали утопиться. Хотя бы утопился, да? А, ну что, друзья, вам на этом все. Нет, заново. Что? Ну, попрощайся заново. А, давай, раз, два, три. Ну что ж, друзья, с вами был Филиппин, Кофе, Такс и, разумеется, Варпач. Ставьте огромные лайкусики, подписывайтесь на наш канал, если вы это еще не сделали. Все ссылочки в описании. Пока! Пока, друзья. Да, ребята, всем пока-пока. Adios, amigos.